имя Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Blaster Master 2, которая вышла на Sega Genesis. Действие игры разворачивается через 4 года после встречи Джейсона с боссом Плутония и радиоактивными мутантами под землей. Его единственным напоминанием об этом инциденте является София, транспортное средство, которое он использовал, чтобы остановить их, которое он спрятал в заброшенном сарае. Но тут происходит что-то непонятное. И чтобы это исправить, люди начинают рыть шахту к центру Земли, чтобы изменить ось ее вращения. Но это только ухудшило положение. Джейсон немного модифицирует София и отправляется снова спасать положение. Под командой разработчиков Software Creations и маркетинговой команды Sunsoft of America в новую игру Blaster Master 2 были внесены некоторые изменения. Бэктрекинг существенно уменьшил масштабы. Теперь вам не надо будет возвращаться на предыдущие уровни. Но в пределах каждого конкретного уровня это по-прежнему метроидвания, в которой без апгрейда вы не сможете пройти. Еще София лишилась инерции, и управление больше не напоминает езду по льду на танке. В игре очень легко фармить жизни и здоровье. Шедевр намного проще оригинала. Всем рекомендую!